Все пришедшие на концерт смогли окунуться в атмосферу камерного театра, где поэзия сливается с музыкой, а каждый номер – это маленький спектакль. Письма во время войны. Как ждали этих заветных треугольников бойцы, как рады они были весточке от родных и близких. Музыканты монологии исполняли песни военных лет и читали фронтовые письма. Когда шагал он тяжело, стянув кровавой тряпкой рану, письмо от вас еще все шло. Еще, по счастью, было рано, когда на камни он упал, и смерть оборвала дыхание, он все еще не получал, по счастью, вашего послания. Концерт проходил в рамках творческих встреч, которые организует Ирина Москаева, методист историко-культурного центра. Первый приезд Вячеслава Григорьева в Видное состоялся 8 марта. Вячеслав Григорьев у нас порадовал своим выступлением. В его исполнении звучали и знакомые песни, и первый раз мы услышали песни его. Его стихи услышали. И вы знаете, здесь был аншлаг, и все так кричали ему «Браво!», что с надеждой, что Вячеслав приедет к нам вновь. Вячеслав Григорьев родом из Волгограда, как и другие участники его ансамбля. Аккордеонистка Елена Ткаченко и вокалистка Яна Сергеева. Тема войны, Сталинграда для них особенно близка. И сделать программу, посвященную героям Великой Отечественной, было очень важно и нужно. Фронтовые письма – это дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в победу. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.